Читает Анохина Варвара. И Анохина Мария. Мы игрушкой выбираем, с ними дружим и играем. Путь берем с собой всегда и ломаем иногда. Если их и папа тоже починить никак не сможет, скажет мама, так и быть, надо новую купить. И тогда пойдем мы с мамой в магазин любимый самый. Там все игрушки ждут, что их детям отдадут. Барабан мечтает, чтобы взял деву малыш особый. Солдаты бой кричит, стой, а солдаты битвы ранят. Все встают как на параде, и под барабанный бой победит в войне любой. В этом весне труба похожа, ведь она согласна тоже, чтоб домой ее забрал настоящий генерал. Кубик с буквами мечтает, что малыш их прочитает, а потом не рад, не два, но уже умные слова. Очень хочет кукла-ля.